Сегодня уже 9 октября 2018 года. Вторник. Завтра мы уезжаем в город. Ну, сейчас забежал ко мне, постучался Исаак Устинов. И говорит, я уже управился. То есть по голубям все, надавал им. Он такой самостоятельный парень. Вот. Как ухаживают голуби друг за другом. Я говорю, тут могу только оплатить, как это забота ваша, любовью голубей. Любовь за деньги не покупается. Если ты любишь, значит у тебя и будет. Вот он. Дует. Вот они мои голуби. Около 40 штук, точно я не знаю даже сколько. Вот. 4 дикаря на 40. Один к 10. К 9, к 8. Они первые слетают есть, гоняют друг друга. И эти более здоровые. На улицу выпускать никак нельзя. Ястреба, ночью совы прямо залазят сюда и пожирают за раз несколько штук. А тут много, это пространно. 80 квадратных метров голубятни. 10 на 8, ну еще что-то нет. Хорошие голуби. Вот они какие, породистые. Все перемешано. Голуби у меня такие, что... Знаешь, лохмоногие какие. Вот коричневый лохмоногий. Вон там тоже сидят двое еще коричневые. Песок есть, соль, вода, хлеб. Это кормит детеныша. Вот, а тут подошел один еще, который мешается. Вот кормить не будет, он все, пропал. Уже бегает за ними, видишь, как плохо кормит. А тут у меня везти 3 кошки, 3 котенка. Заказывают, кому отвезти надо. Они красивенькие такие. Он преследует это, как правило, отца. С гребешком. Шиньончик. Даже пити дерутся между собой. Вот он. Дикари и шахалками. Откуда они взялись такие? От одного. Интересно, тот голубь сел на выступ. А этот залезть-то не может к нему. Он спрятался. Вот настоящий дикий сизарь. Такая съемка, чуть приближаешь, она туманит. Вот прямо передо мной сидят, рядышком. Кверху показываю. Погода теплая, и они сразу начали гнездить. Это все пропащее. Мороз стукнул,
Все, им не удержать. Погибшие будут. Яйца пропащие. Их кормить не, даже на минутку уже нельзя оставить. Налил воды, сколько. Все сделал как надо. Напали с ними. Выглядывает. Вот так. Посмотри на природу. Ветерок холодный. Ну, идем-то разветриться. Я не пойму, какие птицы тут, сойки или кто прилетают. Ягодами питаются. Это на наши яблоньки. Погода постирал рубашки, все готовится. Майку.